Ну, короче, купил я лазерный проектор с нашего любимого AliExpress, это самое, за 4000 рублей. Мне не имется нифига, ведь, ну, блин, ну, прут меня, блин, лазерные проекторы, всякая, да, хуйня. Ну, короче, и вот его обзор. Как-то так. Долго я на него смотрел. Ну, короче, думал, блин, ну, 4000 лазерный проект, блядь, я раньше за 8 покупал, блядь, ёбты. Блядь, а тут за 4 начал, блядь. И, блядь, этот цветной к тому же, ебучий случай, блядь. Да, это, кстати, шнур, блядь. Сам такой, блядь, там, бюджетного происхождения. Очень тонкий, кстати. Просто капец. Ну и вот самый лазерный проектор с AliExpress. Многие, наверное, тоже нахуй. Ну так, блядь, как-то я передергиваю время от времени на эту фигню. Когда глядели на AliExpress проект, на РГБ проектор за 4000 рублей. Бля. Скажи, вот так он выглядит. Сними пакетик отсюда. Блять, тут и DMX512, и какой только, блядь, хуйни нету, блядь. И, короче, блядь, даже вертушок, блядь, приятный на ощупь, зараза. Да, ну, это DMX-адреса, питание, вентилятор. Блядь, и он к тому же цветной, зараза, блядь. Это же, блядь, просто ёбнуться можно было. То, за сколько я раньше покупал такие вещи, блядь, ебать. Просто крыша сносится. Ну ладно, давайте включим, посмотрим, как он хотя бы работает. И много ли там, блядь, узоров за 4000 рублей. И... Да, вот еще раз. Вижу отсюда то, что шаговые моторчики. Наши любимые. Которые так всех, наверное, заебали. Здесь нахуй система ниппель, блядь, нахуй система РГБ собрана, блядь. Кучу болтов, блядь, скорее всего, зеркальники. Бля, выглядит безумно красиво, блядь. Лазер скоп, короче, с устьем, блядь. Нифига себе, жаль, только Пангалин не поддерживает, зараза. Бля, ну, блядь, полный комплект. Конечно, за 8 рубасов такой покупал. Только, блядь, зеленый, блядь. Цветной же, блядь. Цветной раньше вообще, блядь, запредельные цены стоили. Так, ладно. Давайте разберем. Разберем. Давайте сейчас включим его, блядь, вдруг у меня хуйню в паре лет. Ну. Блядь, цвета реально яркие, просто пиздец яркие, сразу говорю, за такие деньги, блядь. Я просто вас, просто, блядь, почти кончил на него уже, блядь. Реально яркий рисунок, реально есть синий, ну, в смеси с красным, да, получается время типа фиолетово, но здесь фиолетово видно то, что это самое, здесь не фиолетовый идет, не фиолетовый лазерный мод, а синий, он как цвета очень насыщенные. Ну ладно, я финансирую это потом, ну, смотрим, сколько. До хрена ли у нее рисунков. И потом сразу я его разберу. Дабы показать, что хоть он вообще представляет из себя внутри. Как там хоть все это дело реализовано. Много ли нам добра напичкали за такие деньги. Кстати, лазерные диоды здесь стоят не особо мощные, синие, точно помню, что 80 милливатт, зеленый, да ёба, где-то документация даже была, ебическая система. Сколько там нафиг? Сука, не указывается. Station.
короче, блин. Ладно, потом нафиг. Сука, где мощность-то, блин? Red, green, blue, блядь, даже частота не написана. В нанометрах, блядь. Какие, блядь, жадные, нахуй. Негодяи. Блядь, мощность тоже не написана. Здесь вообще какой-то полный пиздец. Вот зато написано сканер, ну. Плюс-минус 25, что-то там. Декре. Да, хуёво, я знаю, это сам английский язык, точнее, вообще не знаю, мне нахуй не нужен английский. Мне русского вполне достаточно. Ну вот да, вот, кстати, вот за это сердечко, бля, я только его и купил, блядь. Оно мне просто как я его увидел, меня просто вперло, блядь, нафиг. А раньше был Big Dipper, такой проектор, блядь, не дешёвый особо ты класса, блядь. Тысяч нахуй, блядь, 20, а то это к 30-ке ближе стоил, зараза, бля. Так у меня не получилось его купить, бля. Ну, и, вот в нем был такой эффект сердечка. Увидел, нашел, прям реально зацепил вот этот эффект, это самое, с приближением и удалением этого рисунка. Реально понравилось просто. Ну, да ладно. Так, портим камеру. Ну, здесь микрофон, короче, и другая шляпа. Ладно, давайте его вырубим. И покажем документацию. Что здесь хоть есть? Уёска видно, блядь. Блин, там какая-то сволочь, блядь, стучится нахуй в дверь, блядь. Не хочет открывать ключи, походу нет, пизды, блядь. Не впустим, пусть дальше стучится нахуй. Ну ладно, блядь, так придется открыть там. А нихуя не придется. Вот пошли нахуй все. Разбираем. Кто-то приперся, сука, блядь. Какой-то хуй, блядь, непонятно, блядь. Мешает, сука, видео снимать, блядь, гандон, блядь, ебучий. Прям бесится уже. Реально, мир издевается надо мной, блядь. Вообще просто-напросто, блядь. Момент истины. Хоба! А там, блядь, дохуя всего, что-то, блядь. Просто дохуя, сразу говорю. В конце будет эту хуйню, конечно, я всю сниму в HD-качестве. У меня появился, наконец-то, блядь, нормальный телефон. Да. Который снимает в HD-качестве. Так, вот как-то так дело выглядит. Внутри. Так, надо систему RGB показать. Так, где мой дешманский фонарик с AliExpress, блядь? Вот так здесь реализована система RGB. Так, что есть? Блок. Ну-ка нафиг, блин.
чушь. Блин, камера реально дерьмо стала. Так, синий, красный, зеленый. Модули стоят, зеркальники стоят. Это самое. Блок питания, самый дешманский стоит. Вот этот. Сам дешманский блок питания стоит. Ну, так понял, его хватает. Ну и сам, в принципе, лазерный проектор, который здесь собранный. Вот его основная плата самого лазерного проектора. Так, это RGB-драйвер, блин, как ни странно. Да, RGB-драйвер для всех лазеров. Блин, довольно-таки качественный. Маленький, довольно-таки качественный. Все есть. Кроме, блядь, нахуй регулировки мощности каждого лазера, конечно, блядь. Ну, так, контроллер. Самое сердце лазерного проектора выглядит вот так. Сразу говорю. Это видео как обзорное считается. Сразу после этого будет обзор в HD качестве. Точнее, ну, в этом же ролике будет видео высокой четкости. Так что смотрите. Если кому что не видно, все увидите следом дальше. Самая дешманская RGB-система. Просто дешманская. Да, вот таких модулей у меня, конечно, блядь, реально, блядь, прям не хватает, блядь, нахуй. Да, круглых, блядь, хрен сфокусируешь, хрен куда поставишь, блядь. Ну, прям по-любому, просто для меня они здесь сделали. Да, ну, по качеству не было поставить. Ну, так, в принципе, все есть. Всего хватает. Честно говоря, всего хватает. Шаговые моторы. Блин, довольно-таки здорово стоят, блядь. Как в принципе и раньше, который покупал лазерный проектор. Прям буквально такие же стоят. Только единственное, что там вот эта фигня. Типа какая-то самая. Контрольную точку, от которой. С контрольной точки, которая отходит от зеркала, чтобы контрольную точку он находит, потом встает в свое место. Она, конечно, была железная у всех. И вот эти сами держатели зеркала были алюминиевые. Алюминиевые, латунные были. Ну, сам уголок остался прежним. Что сказать? Сделано все качественно, прям очень даже качественно, для 4000 рублей. Ну просто-напросто, просто обосраться можно, честно говорю. Реально сделано все на совесть. Так, ну что ж, дальше HD видео. Продолжаем маяться хуйней. И решил я помозолить вам глаза немного вот этой шляпой. Вот этой документацией его, да. Для тех, кто любит читать, кто мечтает там о больших очках, к старости, там, да, это определенно для вас, это самое. Ладно, хер с ним, идем дальше. Ну, вот, все-таки. Ах ты, сволочь, какого хуя ты так не фокусируешься, хуевско. Блядь, телефоны тоже пошли, блядь. Сука. Че, блядь, издеваешься, что ли? Что ли, блядь? Ну вот, видео в HD качестве. Настроил все-таки я телефон для того, чтобы более детально рассмотреть все с высокой четкостью, с чего он состоит. И опять телефон начинает маяться херней, блядь. Все-таки камера лучше. Пусть 3 мегапикселя, но все-таки лучше. Все довольно-таки. Сделан просто. Вот это питание подводится. Одним
стекером таким. Вот. Тут питание. Вот. Это вентилятор здесь. Эти провода, которых очень много, они идут на сканирующую систему. То есть на эти два мотора. Вот так все сделано просто. Вот это. Это сам DMX входа. Ну, а это цвета. Здесь даже видно. Поближе. Красный, зеленый, синий. Сигнал цветов идет вот к этому драйверу, который уже показывал на видео. Простенькому, маломощному, но все-таки RGB. Да, кстати, вот как сделано. Ну, хорошо, он там просто валяется в корпусе. Ничем не закреплен. Ни клеем, вообще ничем. Вот, как шлейф. Эта фигня идет на переключателе адресов. И, хватит, фигня это мается, телефон. Еще, конечно, здесь вот такая тема. С узлами, с тройными. Это регулятор громкости. Так витиевато сделал. Точнее, не громкость, а чувствительность. Все, у меня с громкостью микрофон. Ну и сама RGB-система. Четче ее. Вот здесь, походу, модуля родного реально под этот корпус не было. Решили... Ну, ее решили пропилить аж. И ставили... Ну, рожали его и вставили модуль какой-то левый. Не родной, который под этот корпус должен стоять. Вот так все сделано. Что ж, давайте включим. Драйвер, конечно, надо туда убрать, где он валялся. Он находит контрольную точку, которую стартовать. И, в принципе, дело пошло. Все мигает, все красиво. Вот так он работает. Рисунков, конечно, хотелось бы больше, ну чё ж теперь. Чё ж есть, да, зато дешёвый. 4 рубля всего. Рисунок, конечно, реально яркий. Что нравится, то, что рисунок реально яркий. Если близко просто не глядит, то прям даже слепит. Немного. Ну, конечно, редких цветов здесь нету. Здесь всего лишь 7 цветов, я вижу. По сравнению с дорогими лазерными проекторами, в которых может быть чуть ли не 64 оттенка даже. Ну, там, конечно, деньги другие уже. Там такие уже, конечно, под 100 стоят. Которые на аналоговых лазерах. Не на ТТЛ, а на аналоговых. Плюс-минус 30 кГц, по-моему. ТТЛовские. Много оттенков. И
не сделать. Дейл это либо, точнее, плюс 5 вольт включено, это самое, нет напряжения, выключено, либо в некоторых драйверах бывает наоборот, нет ничего, включено, плюс 5 вольт, зажигается лазер, бывает такое. Сейчас еще у телефона испорчу камеру. Я ведь это люблю. Что ж, дальше? Видео покажу, как в дыму нарисуют. Ну, чтобы более-менее лучи было видно. Смотри, насколько они хоть яркие. Ну и честно, под музыку.